Представление о библиотеке как просто о хранилище книг постепенно уходит в прошлое. Теперь это еще информационные центры, телестудии и виртуальные клубы. Библиотеки в Ровеньках с очередным обновлением материально-технической базы помог фонд поколения Андрея Скотча. Как мы можем отблагодарить защитников, освободителей, которые подарили нам будущее? Только чтить, только помнить. Ноутбуки, новый телевизор, игровая приставка. В Ровеньской районной библиотеке полученную технику тут же подключили и уже вовсю используют. Урок мужества, на котором смотрели фильм о земляках, героях Великой Отечественной, плавно перешел в занятия по монтажу. Этот фильм сделали несколько лет назад юные активисты на базе детской библиотеки. Теперь нужное оборудование закупила и районная. Своей техникой и программное обеспечение уже устарели, и руководство обратилось за помощью в фонд поколения Андрея Скотча. Оборудование помогает нам расширить фонд библиотеки. Благодаря тому, что мы будем в ближайшее время оформлена, у нас будет корпоративная подписка на электронной библиотеке. И что дальше? Что читателю? Как он сможет почитать? С ноутбука или как-то домой заберет? Ну, он сможет скачать себе книгу на любое ему удобное устройство и взять с собой почитать дома. Либо, если есть желание, почитать у нас в стенах библиотеки. Современная техника поможет не только освоить искусство монтажа, но и послужит книгачеем. Она открывает новые горизонты тем, кто тут, в Ровеньках, уже, казалось, прочел все.